Сорі, Глад, я Тріч ТВ, я Чамара. Я украл твою нарезку. Секретного стрима. Да, блин, получается. Я пошутил. Обращаюсь сейчас опять к этому. Ну как его назвать? Слюнтяй, шизоид, амфибия, собачья кишка, которая на морозе чуть-чуть высунулась и примерзла к жопе. То есть что-то такое, что неприятно, то есть кал. Тріч ТВ, да, уебан. Значит, смотри. Сейчас я тут чучело найду. Я тебе сказал, я тебе что просил, ты чучело? Я тебе что просил? Я тебе сказал, что нельзя то делать, что ты сделал. Вот это что, я тебе спрашиваю? Лакас требует удалить нарезку. Вот это что? 9000 просмотров. Нахуй вы это смотрите? Забаньте его, гад. Это все фэк. Ну, я тебя просил. Ты дурочка. Только, сука, попробуй я разануть вот этот кусочек и вставить. Еще, не дай бог, вот это, сука, что я сейчас сказал, будет у тебя как в начале, видите, блядь. И опять насмехнулся надо мной. То есть, вот, в ответ на мою просьбу сделал следующее. Вчера ночью был секретный стрим на... Да, секретный. Да. Сегодня, кстати, был, только же камера хорошая. Но видео нету, видимо, забоялся выкладывать, ничего нету. Это секретная нарезка, и я запрещаю ее смотреть на стрим. Так а нахуй ты ее туда выложил? Я твой канал нахуй накручивал, чабар! Здорово, ребята! Здорово! Ля-ля, ты так еще видишь, тварь? Эй, приближается еще, сидит в своем весе. Секретный поточек, значит, сейчас запустил, да? Вот, секретно, значит, смотря. Сразу предупреждаю. Вот эти монтажеры, бля, дебилы, да, сука? Воруют секретные трансляции. Ну, будут, воруют. Это секретно. Да, секретно. А так нормально, ребята? Да. Вот так вот нормально смотри. А? Я тебе сказал, ты меня, сука, вот этим хочешь того, чтоб я злился? Если б я хотел бы, чтоб это было не секретно, я бы на ютубе подрубил. А это где было, ты дурак? Это где было, я тебя спрашиваю. Это где было? Это было не на ютубе, это трансляция. Все, ребята, значит, смотрите. Камеру я сегодня настроил, купил себе сегодня адаптер для фотоаппарата вот этот. Ну, да, который... я купил, а я теперь не включу, понял, все. Теперь все, а все. А не будет больше таких трансляций засекреченных, понятно? Это все за чего? Ты украл? Я хотел по-человечески секретную провести. Вот это уёбище, вот оно. Вот это вот мазня двухцветовая. Вот так вот, сука, подойти бы к этому чамару. Просто пацана чуть-чуть опустить, чтобы оно носиком уперлось, блядь. И так вот пёрди. Понял, вот и все. Elgato Camlink называется, да. Вот, Elgato Camlink я подрубил, да. Что ты там зумируешь, ты чман? Бля, они там все понаписывают, понял? Ты давай зумируй больше, чмо. Они там только лишь бы, чтобы написать. Я хотел же, да, вот, ну, подрубать там секретные трансляции, там, пацана показывать, как там мужчиной стать, да. То есть, ну, показываю мотоблоки, там, всякую технику. Я хотел это сделать секретно. Потому что я ж не хочу, чтобы все мужчинами становились, потому что некоторым это не надо, они рождены быть женщинами, потому что в квартирах живут. Тут 18+. Я буду все твои стримы строго выкладывать, а ты будешь типа в шутку на это злиться, потому что сделать нихуя не можешь. Я? Ведь ты терпила. Слышишь? Ролю терпил и нарезки терпи. Слушай сюда, чамка. Я тебя просто пожалел. Вот реально, я бы тебя быстренько бы на место усадил бы, чамар. Ты сейчас на меня быканул или что? Я не понял, шалопай. Значит, слушай меня. Предупреждаю, чамка.
ВКонтакте там напиши: привет, Валера, я Чамка, там 3ЧТВ, ГЛЭК, там, ну, там, мне там 18, там, школу т.д. т.п. Ну, можно чуть на жалость дать, чтобы я чуть пожалел тебя. Вот, и сказать: Валера, ты не против, если я секретного чуть-чуть возьму и на YouTube? Я скажу: братан, да не, не против. А ты, сука, взял так вот под халимчик, шкурка, пришел и спиздил, и сидишь себе там, радуйся. Я, сука, требую извинений, да. Извинений за то, что ты украл секретку. Все. Ты мне пишешь ВКонтакте: Валера, да, я взял секретку, пожалуйста, не бань. Я скажу: братишка, если ты искренне раскаялся, то я не буду банить. А если ты, сука, вот это специально меня делаешь, чтобы меня, сука, вот этим вот шалопаем показать и осмеять меня, то я тебя забаню. Понял? Я буду банить. Да ты же тупо терпила. Ты все нарезки мои стерпишь. Точно так же, как терпишь Ролю Мамедову и Рокера. Потому что тебя за страйк зяблики выебут. Терпила. Ой, боже, да если б я страйки кидал, уже вот это вот, тут такие вот слезы по тебя шли. Вот все, вот так вот, вот так вот. Я ни одного страйка в жизни еще не кидал, ни одного. Еще никто от меня страйк никогда не получал. И не получит, надеюсь, если ты извинишься, потому что я человек серьезный. Даже канал, который был Рофлы Дмитрова, у которого были тысячи просмотров, я к этому относился нормально. И наоборот, я поощрял все это, потому что если нравится это ребятам, то пожалуйста. А я ко всем нормально отношусь, понятно? А если, сука, кто-то там, вот, ни один страйк от меня не полетел никуда, понятно? А насчет видеонарезок, я здесь никогда против не был. И ты это прекрасно знаешь. Еще я тебе обращаюсь сейчас, весь вот это, Ютуб, вот эти все. Если ты сейчас извиняешься, там, да, пишешь там, типа, о, да, там, я украл секретку, извини. Вот, и потом еще, чтоб я, сука, не видел, чтоб ты вот это, свой зум ебаный применял, понял? Я против зумирования изображения с вебки. Понял. Он не кидает страйки только потому, что он требует деньги с нарезчиков. Лично я плачу ему $50 чего, в месяц. Блядь? При том, что с Ютуба мне приходит $60. Кому? Да и то уже меньше. Я б никогда ни от кого ничего не требовал. Ты дебил. Что ты мелешь? Это вообще фэкт Рич. Это не Трич даже пишет. Это какой-то бред. Подтверждаю. Мне приходи страйк от деду, пока я не начал ему платить. А эти ваши страйки, майки. Понимаешь, это полный бред. У меня нет никогда интереса кому-то кидать страйки. Хоть я могу это сделать вообще, без усилий даже. Если кому-то это нравится, я рад, что кому-то это нравится. Применение голоса в каких-то материалах. Вот то, сука, зумирование на глаза, вот это мне не нравится. Как говорится, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Я сказал. Так, все. Сейчас же, немедленно. Желательно видеофайлом извинения. Можешь вот так взять телефон, да? Плачу ему спермой по 2 литра в день, Алина все забирает, все ок. Шу. Что там Вася еще квакнул? Вот это, сука, за вот это видео и предыдущее, да? Требую вот так вот, возьми телефон, да, свой Android. Возьми вот так вот на себя. Включи рэкинг и скажи: привет, Валера, я автор канала 3ЧТБ. Я украл твою секретную трансляцию, секретку. Я за это дико извиняюсь. Больше не буду зумировать на твои красивые глаза, потому что я безумно влюбляюсь. Не верьте ему, зяблы. Он со всех нарезчиков собирает деньги. А недавно он сказал мне, что если я не буду ему платить, то он поймает мою 10-летнюю сестру и изнасилует ее. Он так уже делал. Помогите. Осуждаю ты, Чамар. Каспийский туз, да. О, Каспийский. Вот это что? Вот это что? Чмоты ебаные. Что это? Ты в курсе, что тот чел, который слева, он уже помер давно? Ты-то в курсе? Он уже помер. Нахуй ты его туда присунул? Ведь как ты развиваешь КСТВО и разнообразие потоков. Не только гиги-гага, но и познавательный контент. Да, успехов в новых начинаниях.
и вопрос. Заем сосал сверчку. Видишь, оно, сука. Хай, дед, передай привет Арслану Сырворову. Скажи, что он глэр. Руслану Суворову. Вот это ты, сука, зря сделал. Вот за вот эту хуйню ты заплатишь. Вот это, сука, вот это вот реально неприятно. Вот эту гадость удали и вырежи все. У тебя видео 6 минут, отмонтируй обратно. Вот это вырежи. Пена, что ты сделал? I want you, baby pizza. Чему? Сейчас все, он весь чат просит, чтобы ты сейчас мне ВКонтакте извинения понес. Понял? Давай. Пиши мне там видеоформат какой-то, делай видеоряд, чтобы было извинительное. Сори, Глад. Я Twitch TV, я Чамар. Я украл твою нарезку секретного стрима. Да, блин, получается. Плохо вышло. Во, вот, вот это уже по-человечески. Во. Вот, вот это уже молодец. Вот. Вот, видите, да, вот, вот это уже я понимаю, нормально человеческие отношения, вот, пожалуйста. Сори, Глад, я Twitch TV, я Чамар, я украл твою нарезку, секретного стрима, да, блин, получается. Все, все есть, вот, все, вот, пожалуйста, вот он, Чамар, вот, вот этот гад зумирует, сидит, вот, пожалуйста, вот. Сори, Глад, я Twitch TV, я Чамар, я украл твою нарезку секретного стрима, да, блин, получается, плохо вышло, секретного стрима. Да? Сори, Глад, я Twitch TV, я Чамар, я украл твою нарезку секретного стрима, да, блин, получается, плохо вышло. Вот, пожалуйста. Сори, Глад. Я Twitch TV, я Чамар. Я украл твою нарезку секретного стрима. Да, блин, получается. Плохо вышло. Во, во, видишь, вот они, нормальные человеческие отношения. Сори, Глад. Я Twitch TV, я Чамар. Я украл твою нарезку секретного стрима. Да, блин, получается. Плохо вышло. Вот, вот, пожалуйста, вот все. Зафиксировали, молодец. Да. Все, видишь, извинился, ладно. Вот все уже, вот это уже душу греет. Да-да-да-да-да. Все, извинился. Теперь есть извинения. Извинение зафиксировано. А все зяблы это извинение прочувствовали. Значит, все. Считается, считается, да. Да, дед, сегодня... извинись, да, перед зяблами, что втихаря устраивал стримы для привилегированных людей. Тебе где? Самому не стремно, тфу, бля, пиздец, скрин, дизлайк, дизлайк, позоришь, я в ахуе наебал всех старые скумбрии, извинись. Что значит привилегированные люди? Это что за люди такие интересные? Привилегированные, блядь. Это была секретная трансляция на Трова, понял? Для там, кто знает про Трова, это все люди там, кто знает, тот знает. Это не какая-то там, знаешь, такая, что там какие-то там модераторы одни, нет. Это опять у этого Чабара. Этот же гад ничего хорошего не нарезает. Только одни оскорбления, блядь. Короче, по лицу Белоснежка, дюймовочка и тупица просто, вот наитупейший человек в мире. Ну, школьник, короче. Белоснежка говорит, короче, я самая красивая. А дюймовочка говорит, соответственно, я самая маленькая. А самый тупой придурок говорит, я самый тупой в мире, тупее меня нет. Да, я такой дебил, что тупее меня нет в мире. Да. Заходят они в дом правды, короче. Ага. Выбегает оттуда в слезах Белоснежка и говорит, я не самая красивая. Самая красивая — это спящая красавица. Дюймовочка тоже восходит, расстроенная, вся в слезах, говорит, я не самая маленькая. Мальчик с пальчик гораздо меньше меня. Здравствуйте, уважаемый студент. Разъяренный, короче, придурок и говорит, блять, а кто такой Денис Сухачев, который женился на Ролинке Мамедовой, а та потом к рокеру ушла? Я что-то не понял, а ну повтори. О, а нету звука, а нету, а нету, а нету, а повтори, дурачок. Боже, сука, вот это тоже бан, удали туда, да. Это тоже какой-то бред,
значит, оскорбительные действия, да, вот, оскорбительными действиями являются нарезки, в которых упоминается пена, да, то есть там, не знаю, там, личная там жизнь, там, пены, да, там, жесть. Согласен, получилось не концептуально, говно полное. Вот. Ну, то, что я увеличивал, блин, как-то хотел показать, так сказать, ну, это самый образ. Вот. То, что я увеличивал глаза, это не считается. Вот. Ну, я вообще этого не хотел делать. Я никогда, в принципе, глаза не увеличиваю никому в нарезках, но так вышло то, что надо было показать, кто здесь пена. Просьба от твоего любимого зрителя. Так что прекрати смотреть каловые массы и включай викитики. Знаю, ты зрителям не откажешь. Вот тебе небольшой подарок я приготовил. Смотри. Значит, ну, я понял, да, я понял. Я тебя понял, Базарекса, все, я понял, я тебя понял. Да, я школьник, и я зумировал пену в Sony Vegas. И да, если что, это не я донатил деду, и извинялся тоже не я. Извинений не будет, твердо и четко. Это ты извинись за наличие пениса на стриме.